Дніпропетровські активісти готують флешмоб, який нагадає містянам, чому потрібно голосувати. Серед організаторів заходу – і біженці з Криму та східних областей України, для яких дуже важливо, аби дніпропетровці прийшли на виборчі дільниці, адже в них самих немає права голосу через відсутність прописки. Багато кримчан знаходяться в Києві, у Львові, у других містах. Деякі з них – це переселенці. Ми купили тут будинок і ми прописані, тому ми маємо право голоса. Вони не мають права голоса, а вони справжні патріоти. І тому мені дуже жаль, що вони не можуть проголосувати. Аби загітувати якомога більше людей прийти на виборчі дільниці, активісти та волонтери вирішили провести флешмоб та приїхати містом із закликом «Прийди і проголосуй». 15 числа, в день виборів, волонтери, просто граждане виходять на флешмоб. Голосую, выбираю, для того, чтобы люди слышали, как мы проедем, прогудим машинами, чтобы они вспомнили, что сегодня именно этот день, который решается судьба города, и не только города, а их жителей. Очень много людей сейчас, которые живут здесь, не могут проголосовать, хотя очень хотят. Это как и переселенцы Крыма и Донбасса. Военнослужащие, к сожалению, которые находятся сейчас на линии фронта, не могут проголосовать. И мы обязаны сделать этот выбор за них. Кожен бажаючий може доєднатися до флешмобу і прийти 15 листопада о 9:30 на фестивальний причал. А усіх дніпропетровців та мешканців міст регіону, де буде другий тур мерських виборів, активісти закликають просто не ігнорувати голосування та зробити свій свідомий вибір. Я голосую просто тому, що у мене є це право. Тому що це право мені забезпечують тисячі патріотів, воїнів на востокі України. І я не можу їх предати. Потому что я живу в этой стране, потому что я живу в этом городе, и мне не все равно, что будет. Я голосую, потому что не хочу, чтобы за меня решали. Потому что мне не все равно, потому что это мой долг, и я не хочу, чтобы украли мой голос. Перестаньте сидеть перед телевизорами на мягких диванах и плакаться, что нам очень всем тяжело и плохо. Не думайте, что ваш голос ничего не решает. Поднимитесь, возьмите друзей, соседей, семью, выйдите на выборы. Выскажите свою позицию. Что я могу сделать для Украины? Я могу помочь волонтерам, могу заплатить налоги, но я обязан пойти и проголосовать. Сотни ребят погибли на фронте за право нашего голоса. Мы имеем выбор, мы должны голосовать. Мы не должны подвести этих ребят. Хочу обратиться к людям нашего города. Попросить их настоятельно, чтобы они пришли на выборы, особенно к молодежи. Все зависит только от нас, поэтому мы обязаны это сделать. Я иду голосовать, потому что мой голос – это мой выбор за моих детей. У меня две дочки, и я для них выбираю будущее.